Но большое искусство живет не только в академических работах. Вы думаете, это просто? Чашки, чайники? Как будто бы да. Приклеили носик, и чайник готов. Но это только одна маленькая операция. А всего их около 80. Сколько нужно труда, умения, вкуса, чтобы получились действительно художественные вещи. В живописном цехе колдуют настоящие мастера. И покрываются чашки традиционным русским узором, а пиалы пестрят восточным орнаментом. Первомайский фарфоровый завод Ярославской области славится своими изделиями. Почти 50% экспорта фарфора по Российской Федерации приходится на долю первомайцев. Скоро лучшие изделия завода отправятся в Монреаль на всемирную выставку «Экспо-67». Расцветут там звонкими сказочными красками –